Добро пожаловать в Тамбовскую картинную галерею. Я хочу вам рассказать про вот эту вот картину. Она называется «Новые хозяева». Люди на картине пьют чай с пирогом из самовара. Это мне напоминает, как мы с бабушкой и с дедушкой отмечали Новый год. У них есть дома часы, картины и шкафы. За столом сидит дедушка. Он с бородой, с волосами. Рядом с ним сидит девочка. Еще я вижу стеклянное окно. Еще я вижу стул из дерева. И еще трубу. Труба на печке. Они сидят за столом и пьют чай. Они довольны, им нравится этот дом. Там еще сидит мальчик, и еще папа детей. И их мама и бабушка. Приглашаю всех в картинную галерею. Давай. Добро пожаловать в Тамбовскую российскую галерею.